погружению приготовится администрация города, рапортует за безопасность крещенских купаний, будут отвечать полицейские, медики и спасатели. В городе организуют одну купель в парке 905 года. Работать она будет с 9 вечера 18 января до 9 вечера 19 января. Желающим приехать к месту купания на личном транспорте нужно заранее позаботиться о парковке. Въезд в парк будет закрыт. Для того, чтобы ивановцы без проблем смогли добраться до места крещенского купания, организуют дополнительный общественный транспорт. С 21.00 и до окончания мероприятия 6 автобусов будут курсировать от Введенского женского монастыря до въезда в парк и обратно. Мы обеспечим дежурство спасателей, сотрудников полиции, сотрудников МЧС, скорая помощь в случае необходимости, а также там будут развернуты две палатки, мужская и женская, для переодевания, и администрация обеспечит купающихся теплым чаем.